нам приехали боксеры почти со всей России. Вот. Всего боксировать 6 пар, 6 боев профессиональных. Начиная от 4-раундового до титульного 10-раундового боя. Вот. В том числе один международный бой, в котором встретится представитель Аргентины и представитель Узбекистана. К этому бою подготовились мы давно уже. Наконец подготовились, выступили. Слава богу, выиграли. Были небольшие недочеты, но дай бог мы сделаем работу над ошибками и дальше пойдем. Соперник, он очень опытный, хороший соперник. Его никогда не, с ним не встречался. Встречались первый раз. Я думаю, бой получился нормально. Поддержку зала, да, чувствовалось, конечно. Спасибо огромное им, конечно. К этому бою готовился очень долго. Причем не у нас, не в Уфе, а ездил специально в Екатеринбург для спаррингов. Подготовился очень хорошо. Вот, выступил, победил. Не стал заканчивать бой досрочно. Хотел немного продышаться, как бы будет. Бокс. Бой. Мне очень приятно здесь боксировать. Бой для меня сложился, скажем, ну, не просто. Это как бы. Я думал, сложится легче, потому что посмотрел бои соперника, ну и мне показалось, что он не такой уж сильный, но как мы видели, он дал хороший отпор. Но все-таки мне удалось досрочно закончить бой. У нас в Осетии проводили такие же шоу и такая атмосфера, как будто боксирую дома. Бой получился очень тяжелый, как я и рассчитывал, что не рассчитывал выиграть его нокаутом, рассчитывал на всю дистанцию боя. Ну, поэтому знал, что подустану, но к этому готовился, поэтому выдержал, считаю, достойно. Планировать заранее ничего нельзя, в ринге всякое может быть. Готовишься, конечно, только на победу, настраиваешься только на победу. На бокс у нас, к сожалению, в нашей стране народ ходит не очень охотно, если нет звезд, суперзвезд. А здесь не было таких звезд. Понятно, что когда выступают там Поветкин Саша, Денис Лебедев, там, Григорий Дрозд, собирают они залы в Москве, да где угодно. А вот такой турнир, он собрал полный зал в Уфе, это очень радостно. Мне запомнился, конечно, бой и титульный, конечно, потому что ребята, смотрите, там окровавленный претендент из Красного Угла, из Новосибирска этот парень, и претендент и синий. Такой бой они закатили. 10 раундов. И действительно, только судейское решение выявило победителя. И мне очень понравился предыдущий бой интернациональный, где был аргентинец. Представляете, сюда, в Уфу, прибыл аргентинец. Он очень опытный. Он является чемпионом Латинской и Южной Америки и боец из Узбекистана. И он молодой парень, амбициозный. Мне очень понравился. Он начал пижонить, честно говоря. И в первом же раунде он так подпрыгнул красиво и упал, и подвернул ногу. Это было в первом раунде. И вот он все раунды мучился, он там изображал из себя а-ля Рой Джонс. Но это было очень интересно смотреть, наверное. И аргентинец очень опытный профессионал и хороший бой. Вообще мы так очень сильно болеем, очень здорово, вообще здесь так очень весело. Очень понравилось, да, знаете, такой азарт, позитив, адреналин. Это, то есть, да, это неописуемое, короче, просто состояние. Просто в жизни это очень тяжело получить, такие ощущения. Да, это правда. Тем, вроде кто не казалось, был, что бокс, в принципе, спорт не для девушек. Ну, это очень даже посетить никому не помешало. То есть были интересные конкурентные бои. И вот это самое главное, что нравится зрителям.